Третий Ментик. Домик Лермонтова в Пятигорске. Домик Лермонтова в Пятигорске примечательный, неброский, окна узкие, низкий вход, сени, бурка от непогод. На скамейке чебук старинный, все по-русски, гостеприимно. В кухне старенький самовар, по преданию чей-то дар. К временам возвращаюсь давним, слышу шорох шагов по камню. Груша имная на сносях, вновь по паку сорвал косяк. Поезд Лермонтов в кабинет, нет поручика, есть поэт. Он судьбу здесь своей не предал, завершая бессмертный круг. Был готов и к боям, и к бедам, но не смог миновать маршрут. Mm-hmm.